всем привет. Всем привет. Ну, мы с вами. Марина. Мы сегодня пиво пьем. И Александр. Да, дети? Еще наши девчонки. Нет, оказывается, есть кое-где у нас вот эти точки, маленькие холодильнички, например, фирмы Пингвин. Пингвиненка. Да, 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 да. Они, кстати, есть не только здесь. Они просто стоят на верхнем озере. В Владивостоке есть тоже три пингвиненка. Они же по всей России. Не знаю, сегодня так, тема, как вы любите говорить, ни о чем. Почему ни о чем? Я потом расскажу интересные факты. Кто досмотрит до конца, тот узнает про новый калининградский лохотрон. Тот узнает все про Калининград. Правда, все правда. Да, локация. Марина хочет посвятиться, открыть душу, излить вернее, да? Да. Да. Ну ладно, пока пойдем погуляем. Давайте. Видишь, как хорошо. На лодочках катаются. О! Музыка. Весело. Музыка 90, между да? прочим, понедельник, 24 мая. Тем не менее, люди отдыхают, гуляют. На лодочку катаются. Ты показал? Твое ухо только. Не надо. Красиво, конечно. Идешь, мам? Как будто время не ушло никуда, да? Кушай. Только лодочки поменялись, а так все осталось. Что-то мы как бы это про летнее озеро говорили, наверное, преувеличили. Почему? Ну, на верхнем все-таки неплохо. Неплохо, но оно по-другому, оно свое. Нам написали, что Верхнее озеро сильно застроили. Когда-то оно тоже было больше, есть свободы, прогулочных каких-то зон. А теперь прям близко-близко-близко со всех сторон настроили. На летнем пока еще попросторней. Ну, старается. Ну, старается. Ладно, идем дальше. Вот наши девчонки. Да. Хорошо, что они у нас дружные девчонки. Играют на гитаре. Кто-то снимается на фотоаппарат. Слушай, то ли мы давно не ездили. Ох ты, говорит, играешь на гитаре. Да, не, не люблю. Так кораблики плавают как-то умиротворенно. Да, да. Ну сегодня хоть чуть-чуть сейчас распогодилось вечером. Да, а то маленько расстройство какое-то было. Немножко. Потому что ну, тепла все-таки нет в Калининграде. И это очень ну, прискорбно. В этом году вообще непонятно, что творится везде, по всей России. Как Саша говорит, были бы открыты границы, мы бы не заметили этого маленького недостатка. Маленького совсем. А так как все закрыто, то все замечаешь. Не знаю. Ты знаешь, честно, я особо никуда не хочу. Я бы сейчас ездил бы в Гданьск, полетел бы всем, наверное. Теперь не знаем, когда увидим нашу Панееву, да? Типа да. Меня в зале. Мама! Ну иди, завяжи. Это что за МЧС? Это спазм! Спасатели. Спасатели Малибу. Ну что, может такую снимем? Дядя, наверное, подумал, что у них лодку угнали. Почему? Не знаю, что он за ним поехал. Или что, думаешь, это доставка пиццы Яндекс? Так, ладно, сейчас чуть позже включимся. Шумно. А я не знаю, кричи громче. Нет, ну вот смотрите, просто нас спросили какие-то варианты озвучивать. Я вот его позади показываю варианты. Мы мимо шли, это напротив прямо Верхнего озера. Продается первый этаж немецкого дома, 87,5 квадратных метров. 8,5 соток на две семьи получается, не поделена земля, земля в аренде, стоимость 12,5 миллионов. Ну, пожалуйста, земля в аренде. Ну как? Вдруг они захотят здесь построить гостиницу или почему? Еще что-то? Почему? Они могли бы ее приватизировать? Не знаю. Вот так. Ты достаешь куда-то. Не видно, не крути, не видно. Да. Иди сюда. Все, видать. Вот он сюрприз. Да, мы пришли в парк Юность. В принципе, это, наверное... Единственный парк у нас, нет? Ну почему? Ну, не знаю, как-то мы всегда... Мы ходили в кукольный театр, там тоже парк был. А, точно, да, там тоже. Но это самый большой. Южный парк, там тоже какие-то аттракционы есть. Самый большой, наверное, парк. У нас здесь много прикольных штук, типа перевернутого с ногами дома, усадьба окруженная там озером, где всякие фотосессии свадебные проводят. Много аттракционов. В этом году, мне кажется, их стало больше. В прошлом году я даже не помню. Ну, мне кажется, некоторых не было. Что-нибудь ну так, чуть-чуть.
Сегодня понедельник, поэтому сегодня по одному билету можно вдвоем кататься. Вот. Проверим сейчас, так или нет. Есть, да? Как он называется? Сюрприз, что ли? Сюрприз, да. Сюрприз. После такого аттракциона может быть появится сюрприз. Слушайте, мы вчера сидели с мужем, смотрели «Большую перемену». И там вот показывают вот эти парки советской эпохи. Все места заняты. Все места, помнишь? Да. А у нас 1-2 человека. Ну, вот. Тогда не было по 100 рублей. Не по 100, по 230. Да. Тогда, наверное, было по 5 копеек, я не знаю. Ну, это было ради удовольствия, а сейчас ради денег. Вертолеты пошли. Вертолеты, самолеты. Хорошие виды, красивые, открываются на город, вот с колеса во время. Да. Только мы когда с дочерью туда поднялись, она прям в меня вцепилась. Я говорю, страшно? Она говорит, нет, а сама не отпускает мои руки. Говорит, ты долги? Да, да. Приглашаем гостей парка на аттракцион «Бешеные чашки». Это семейный аттракцион для вас и ваших детей. Скорость каждой чашки регулируется с помощью руля, расположенного внутри. Маленько сниму. Если у меня есть двое, надо один билет покупать, да? Цены, не знаю, будет видать, да? Так. Кристиша, иди сюда, пожалуйста. Подожди карточку. Ага, мы да. Туда пока не ходили, по-моему. Ну, так, что-то вроде неплохо сделали, комната страха. Больше всего, кстати, не в нее, в нее мало как-то ходит, а вот там есть виртуальная реальность, туда всегда почему-то целая очередь. Дальше музыка такая зловещая. Мы же пойдем это, очканем. Нет, ну мы-то можем, а детей куда? А если потом домой пойдем сразу? Нет, или... пойдем лучше на дракончике кататься. В туалет. Назад здесь не было столько всего. Сейчас, конечно, есть уже на разный возраст лечения. Калаша не пойдешь что-то гулять? Нет, я такое не люблю. Вот на ракете можно наверх подлетать, если пельмени немного съел. Да, то подлетел наверх, пельмени вышли и дальше. Кристина, пойдешь в комнату страха? А вот усадьба. Вот на батут. Ну мы туда и пойдем сейчас дальше. Видишь, там скучает тетя. Никого нет. А чего вы на машинке не взяли? А, не хотели. Но сейчас подумаем. Мы можем, кстати, сюда использовать. Это мне надо рулить, а я не умею рулить. Ну а тут и не обязательно. Уметь? Все столкновения, они непредсказуемы. Ну, конечно, это не Диснейленд. Какое развлечение? Только единственное, что если вот идти кататься на всем, очень дорого выходит. Особенно если... Правда, рублей 10 ты бы взял? Ну, 200 рублей в среднем билет на любой аттракцион. А, нет. Не всем по карману просто, наверное. Да. Мы сейчас пойдем прыгать вот здесь. На банджи, да. Банджи. Папа! Вон они уже сообразили, что надо. Уже сообразили. Уже большие. Сейчас наши дракончики полетят. Оба! Потихоньку только нажимайте, они первые. Ну а что, клево? Да, да? Сейчас я не скажу. Куда врезаетесь-то? Рули! Сейчас я дам! Давай дави! Как они такие! Сейчас мы их догоним! Руль-то мы рулим в другую сторону! Утекаем! Лера! Вон мама, у нас смотри, крутится туда-сюда! Ты куда? Сильно крутишь! Ну что, вы рулите вправо-влево?
сильно ударили. Все, что ли, батарейки? Вот, мы решили еще пойти на паровозике. На паровозике их хватит. Мы сегодня. Все спрашивают. Единственный киосок. Единственный киосок в парке Сваты со сладкой. Все спрашивают, где он находится. Вот напротив свадебной карусели с лошадкой. Кристина, покажи, какая у тебя вата. Ну, тетя молодец. Да. Умничка. Спасибо. Спасибо. Девочки, спасибо. Сверху сейчас упадет. А мы сейчас вот сюда подойдем, с нами мы покушаем. Не. Это ярмаршая. А вот здесь вот итальянское мороженое. Нет, оно прям все... написано итальянское. А какое нам дают, непонятно. Дети наши разбежались. На самом деле кафешек маловато здесь. Если что-то такое. Ну вот здесь само имение здесь расположено. Сейчас там находится музей марципана и развивающий детский центр. Ну и дом кверх дном. Это дальше. Вот. Кстати. По сравнению с позапрошлым годом всего стало очень много. Даже смотри, эти гондолы поставили по пруду. Кто-то заинтересованный был. А вот 6 лет назад здесь практически было так. Можно было как в парке погулять. Да? Ты постоишь, ты посмотришь на меня? Посмотрю. Ну что, какие у тебя впечатления-то это? Хорошие. Пойдем дойдем еще до такой части, где нет аттракционов, но там очень красивое оформление. Там уже нету такого. Есть. Ты давно там не был. Пойдем покажем. Пойдемте. Смотрите, прям почти за деревья хватает. Цепная карусель на высоте, или как тогда там называется. Новый, недавно установили. С виду не скажешь, что новый. Откуда-то переместили, да? Да, ну вот само имение. В нем сейчас расположен музей марципана. И развивающий детский центр, какие-то студии. Ну вот дом, вверх дном. Там еще какие-то хорошие. Да, что-то еще поставили, тоже не было весной. Тоже веселенький такой аттракциончик. Для несытых людей. Смотри, как крутят. Я бы здесь, наверное, мне вся вата вышла, да, здесь болтают? Да, хорошая скорость. Мне кажется, кому-то уже плохо. Все, снимем тех, которые вышли, счастливые люди. Так. Мы зря здесь стали, здесь может до нас попасть. В этой части парка очень такая тихая атмосфера, несмотря на то, что вблизи всяких аттракционов. Угу. Вот, где-то ты говорил, здесь беседки. Да, но это надо погулять, мостики здесь. Оформлены мостики. Да, помнишь, там находится возле дом кверх дном. Да. Дома, который вверх дном. Здесь вот так. Давным-давно была какая-то арка любви, где надо загадывать, по-моему, было желание. Или что-то такое, или кто пройдет через нее, обязательно поженится. Что-то такое было, помнишь? Да, вот что-то там. Мы давно здесь не были. Вечная слава героя. А так, больше зелени. А вот тебе. На скамейках? А, на одной только. А на скамейках нету краски? Нет, изречение вон там было интересно написано. Я думала на всех, а оказывается только на одной. Березки, смотрите, какие. Не белые. Называются это белые березки.
они что-то не белые, белые резки. Вот березка. Бангладеш, Камбоджа. 1970 год. Так, Кристи, не бегайте, пожалуйста. Ладно, мы идем сейчас в парк. Да? Мы сейчас, наверное, здесь расскажем. Или потом. Ну что, дорогие наши подписчики. Нагулялись сегодня. Батарейка села, пришлось дописывать нам, как всегда, дома. Угу. Да, мы больше нагулялись, находились. Хорошо так прогулялись, да? Ну да, и на автобусике хорошо покататься. Угу. По Тельмана там такая... Брусчатка настоящая, немецкая. Дети начинали играть. Так, я вам обещала в конце рассказать одну историю. Так, ну сначала мы, конечно, результат, все классно погуляли. Показали вам парк. Вот, верхнее озеро. Мы до кораблика добрались. Там, конечно, видео не снимали, но пофотографировали. Ну, раньше показывали. Да, так что, когда тепло, все, конечно, интересно. Можно просто проехаться и все заново опять снимать. Все, не знаю, места. Сейчас бы съездить, конечно, в ЖК Новый город. Очень было бы круто, наверное. Да? Ну, машину заберем. Ну, я имею в виду, что охота вот эту концепцию почувствовать. Можем. Там всякие вот съездить. Эти стильные лавочки. Ну, если, конечно, не выходить из комплекса. Угу. Да. Ну, теперь дадим слово нашему Маришке. Ну, просто... Она хочет поделиться своими впечатлениями. Вот вы знаете, сколько раз мы вам рассказываем про работу в Калининграде, бизнес в Калининграде. Ну, честно я вам скажу, не, может быть, конечно, в каком-то регионе это все то же самое. Ну, я вам скажу, что в Приморском крае, конечно, не во всем. В Владивостоке отношения не такое. Вот, ну, а здесь почему-то такие вот особенности... Специфики, рынка труда. Под специфики работы. Да. Все-таки, скорее всего, есть какая-то общеобразовательная школа, и, скорее всего, эти все работодатели потихоньку как-то стараются этому учиться и, ну, не знаю, общаются в этом кругу или еще как-то. Но в любом случае, богатая фирма, небогатая, есть у нее деньги, нету денег, но мне кажется, все-таки результат всегда один и тот же, потому что все стараются кого-то нахлобучить и набрать заново. Вот мы вам в предыдущем ролике рассказывали про то, что требуется на янтарный комбинат люди, на автотор. Сколько лет мы здесь живем, всегда требуются на автотор сборщики на линию. Периодически. Да, мы чтобы что продавали? Мы Дейл наш этот с Японии, который привозили. Ноутбук продавали человеку, что-то мы с ним разговаривали, он вечером приезжал где-то часов в 9 вечера. Разговаривали, вы где работаете? Он, а я вот в автоторе. О, круто. Он говорит, ты что, круто, работаем там чуть ли не по 12 часов и... Ну, зарабатываем, конечно, там 1040-50, да? Ну, да. Вот. Но, тем не менее, я так понял, что у них... Тяжело. Да, когда есть заказы, нет заказов. Сейчас же тоже такая. Вот у нас наши знакомые с Камчатки, они... внесли предоплату где-то в середине декабря, кажется, да, за Kia. Kia Rio X, что ли. Вот. И им буквально в начале апреля или в середине апреля только собрали его. А собирали вот здесь у Канда. Что так долго собирали, я не знаю. Наверное, в кучу собирали все заказы, чтобы там партию какую-то можно было как-то прокрутить. Ну, им вроде с Питера же ее прислали, нет? Да это все по ушам лечим. Зачем Питера... когда не напишут из Питера, да? Просто ну, как-то одно время, я не помню, года два или три назад, ну здесь, конечно, достаточно, наверное, квалифицированный вот этот автотор, ну, сам завод, и, ну, я не знаю, как специалисты, потому что специалисты все подряд требуются, и маляры, и сборщики. Я имею в виду, что они не обучают практически ничему, какой-то там, наверное, процесс, рабочий процесс как-то проходит, наверное, инструктаж и все. Я просто к чему говорю, что на автоторе собирались и последние BMW, которые все в автосалонах, и X, и X1, то есть все собирались здесь. И один какой-то, я помню, год собирали, какой-то был, ну, пробная какая-то часть, что получается, когда запчасти возят, допустим, с Европы, да, ну, части автомобилей, их вроде как никак не растамаживают, а когда машина собирается в Калининграде, она вроде как бы практически на Россию. И какой-то был в этом какая-то фишка, что дешевле машины получались. Вот. И
я так понимаю, какой-то период здесь собирали машины, их отправляли в Россию, и там в автосалонах продавали, как во Владивостоке. Ну, это, наверное, далеко от этой темы. Мариночка сегодня хочет поделиться с вами своими впечатлениями, потому что на самом деле, вы знаете, вот, как говорится, работаешь, работаешь. А потом бац, вторая смена. Расскажи, Мариночка, нашим подписчикам, знаете, как у тебя это все произошло. У нас очень хорошая организация. Я не буду пока называть ни фамилии, ни имен, потому что еще пока не знаю, чем закончится, но дело к чему-то идет. Организации в этом году исполнилось 10 лет. По сути, это интернет-магазин, у нас есть офисы выдачи, их за последние 2 года стало гораздо больше. То есть у нас они есть и в городе Калининграде, и областные по всей области. Вот. У нас есть курьеры работают, которые получают грузы в транспортной компании, у нас есть логистика. У нас есть куча менеджеров, скажем так, я их назову, хотя они как по-другому квалифицируются, но неважно. То есть есть склад, который принимает, разбирает товары и так далее. То есть мы заказываем под клиентов, грузы везем отовсюду. Раньше очень много из Европы в том числе везли, сейчас с этим посложнее, меньше заказов гораздо. И в основном то, что... из остальной России. Я вам, знаете, почему рассказываю? Что организация была классная. То есть ее организовали с нуля 10 лет назад, молодая пара семейная. Вложили кучу сил, средств, по 20 часов сами работали. И когда я пришла 4 года назад в эту организацию, это была классная организация. То есть, хотя мы работаем в основном менеджеры, как я, на удаленке, но тем не менее было много... организующих таких мероприятий, коллективообразующих, то есть это были и детские праздники, да, с подарками, с концертами. А, да, мы же в твоей компании ездили на Новый год в ДК. Это были всякие разные корпоративы, да, это и разные учебные мероприятия, тренинги, то есть много всего, жизнь кипела и прям чувствовала, что это сильная, удачная такая организация, которая развивается. И вот буквально... началась пандемия, и что-то стало происходить. Я понимаю, что пандемия по-разному повлияла на разные организации, но интернет-магазины Слушай, оказались нам всплески. Мне показалось, что в чуть твоей раньше. Организации в период, ну, прошлый год, пандемию, все так, как сидели дома, мне показалось, что у вас заказов было море. Море, море! И что самое характерное, да. Все заказы, многие заказывались, ну, с России, да. И, ну, с Дальнего Востока многие. И хорошо еще повезло, что вроде как бы все сидели на пандемии, но тем не менее все вот эти организации, они работали. Да. Прям получалось так на ура. Я хочу сказать, что вот, например, менеджеры такие, как я, мы не на окладе. У нас процентная часть и премиальная. Вот. То есть, конечно, мы прошлое лето отработали очень хорошо. Да и вообще, вот я 4 года работаю, и первая моя зарплата была там 8 тысяч, а потом только на плюс, на плюс, на плюс, на плюс, на плюс. И вот на таком пике года 2 последних точно было. Все было просто замечательно хорошо. Но вот где-то примерно в августе мы поняли, что что-то произошло. Во-первых, произошло что-то в самом нашем бизнесе. То есть мы увидели, что начались задержки по оплате счетов поставщикам. Потом мы поняли, что произошло что-то в семье наших предпринимателей. То есть они развелись. Не знаю, может, делили они бизнес или что-то еще произошло. Ну, короче, стали выкачиваться деньги. Если задержка по оплате счетов сначала была там 5 дней, неделя, потом 10 дней, потом 2 недели к осени, то на данный момент сейчас это месячная задержка по оплате счетов. То есть мы с людей деньги собираем, с клиентов наших, а по сути поставщикам платим на месяц позже. Слушайте, не показалось, что это смахивает на окончание какой-то... глухаря? Помнишь, когда он сел на камеру и рассказывал? Эти варвары такие, там, тут. Ну, подожди, я расскажу коротко. За это время, вот за это последние, скажем так, полгода, подожди. У нас сменилось несколько наших кураторов, администраторов, менеджеров, хоть как их назови главных. У нас сменился главный бухгалтер. Последнего главного бухгалтера уволили в пятницу, вот, неожиданно, не рассчитав. Приняли нового опять человека. То есть мы видим, что что-то происходит. Долг данной организации, бухгалтер последняя ушла, конечно, она ее разгласила, около 2 миллионов. Может быть, это не сильно много рублей. Ты Может быть. Погоди, ты вот молодец и от себя рассказываешь. Вот ты, послушайте, Марина просто, она на эмоциях. Да. С
суть, смотрите, какая. Вот все-таки в Калининграде есть такая манера руководителей, и как руководители относятся к своим, как говорится, подопечным, да, даже если они долгое время поработают. То бишь, я не говорю к тем, которые месяц отработали и убежали, да, к ним никакой надежи. Вот, а к тем сотрудникам, которые, в принципе, кормящие руки, которые приносят им эти деньги, да, и они у них как-то развиваются. Они к ним относятся таким образом, что ты можешь проснуться утром, как вот было прошлый год, и Марине просто вот нажали галочку, убрали допуск, и да, она в один прекрасный момент просто посмотрела, а у нее нету допуска. Угу. Ей смс-ку просто написали, что мы, в принципе, не хотим с вами больше работать. И Марина тоже тогда, я был в сентябре на работе в Владивостоке, и она мне просто позвонила, сказала, вот я бы сейчас вставил пи. Вот. И как всегда на эмоциях женщина начинает. Ну просто я как всегда говорил, что она это уже, в принципе, вторая, кажется, организация, которая занимается закупками вот так в интернете. И тоже, в принципе, она закончила то же самое, потому что очень много сил на нее было потрачено. И ёшник еще и всей семьи, потому что приходилось забирать эти заказы, потом эти заказы перебирать. А смысл в том, что ты вот трудишься год, полтора, два, неважно, ты отдаешь не то что душу, это же, в принципе, если честно, и время семейное, потому что как бы мы одно время даже, можно сказать, существовали на твою зарплату, потому что у меня там либо не было, либо платили очень мало там. Вот, и а у тебя достаточно много. То бишь выходило, если честно, порядка 65 даже рублей в месяц для Калининграда. Это даже год назад это очень прекрасные деньги, и даже сейчас, наверное. Вот. Потом показалось руководителю, что много платим. Вы сильно много зарабатываете. Да. Хотя. Хотя если... таких, как я, единицы, остальные просто так, ну, если, слабо текущие. Если да? честно. Надо стараться, чтобы получалось вот так. То бишь, да. Ну, если человек умеет, то бишь это то же самое, что вот я съездил в Мятино, выправил. Ну, не каждый же может этим заниматься, да, на каждом углу все-таки он ходил, учился, у него это начало получаться. И если это у человека получается, ну, он зарабатывает деньги, ну, почему нет-то? Угу. Да? Ну, это правильно, наверное. А тут бац, и вот так вот. И вот сейчас, что будет в дальнейшем, вот даже, как Марина рассказывает, бухгалтер, допустим, бухгалтер работал, это немаловажное звено в организации. А ее за один день уволили. А ей просто так же, как бы. Ну, вот видите, манера такая, что вы работаете, отдаете душу, а потом вам смс-ку присылают, даже не то, что пригласили к руководителю, сказали, да, Зин, знаешь, сокращаем должность. Так да. получилось. Давай мы вот не хватает у нас на тебя денег, давай мы как-то вот найдем. Обучим какого-нибудь одного человека, да, вот как раньше, и перейдем на эту как бы стадию, может быть, навременно, да. А тут просто как бы не объясняют, не разговаривают, просто чик. Смысл не в этом. Вот, знаете, такая тенденция, что как будто вот создают условия для стареньких, чтобы сами поуходили. У нас очень много осенью поуходило, потому что была такая ситуация. Сами поуходили. И сейчас вот прям выжимают. И в то же время дают на всех ресурсах объявления о наборе новых сотрудников. То есть как будто хотят уже набрать других на новые условия, на их условия, потому что старые уже сопротивляются, они уже зарабатывали хорошо, они уже давно в этой системе. Мы их сейчас уберем, наберем новых, научим так, как нам нужно, и они будут работать уже так, как надо. Может, все-таки так и есть? Может быть. Но проблема в том, я думаю, бухгалтера еще убрали потому, чтобы она лишнего не рассказала и... кому не нужно. Дело в том, что вот даже вот кто знает, подскажите. У нас еще произошло интереснее. Сначала Сначала расскажи, как. Подожди, сменилось суть. Наименование ИП фамилия. Ну, это понятно, мы сказали, вроде развелись, поменяли фамилию. А сейчас у нас неделю назад сменилось отчество. Вот к чему это? Первое. Либо человек хочет взять какой-то крупный кредит и все-таки закрыть долги. Напишите нам в комментариях, к чему руководитель сначала меняет фамилию, а потом меняет отчество. Либо он хочет обанкротиться, может быть,
Либо... И задержка по зарплате уже практически месячная. Да. Либо это может быть какой-то лохотрон хорошо организованный, тем более, что у нас тут Европа рядом. Насколько ходят слухи, у человека дочь поступает в Европу учиться, и вроде как он за ним туда же. И вперед, и в Европу, и концы с концами потом не найдешь. Напишите. Суть расскажи. Ну а что суть? Суть-то вообще интересная, а не личные впечатления. Мы же должны рассказать о том, что... Эта схема, к сожалению, вот она одна и та же. Она уже отработана. Вот даже Саша работал в крупнейшей управляющей компании города Калининграда. Создают дочку. В эту дочку оформляют людей. Они у них работают. Сначала зарплата, задержка месячная. Деньги также куда-то выводятся. Потом двухмесячная, потом трехмесячная. Потом фирму закрывают, всех увольняют. А основная компания работает дальше, существует. Да, и все, одна и та же и схема. И все кочки на ту, типа, а это вот все не виноват. А их уже смысл нет. В том, что это одна и та же компания, но просто название другое. Да. Их вроде как берут дочерние компании. Так что вот здесь, вот, к сожалению, такая специфика работы. И если вы столкнетесь с подобным, не удивляйтесь. Это, в принципе, да, обычная ситуация. Может быть, она и в других регионах, правильно ты сказал? Хотя, вы знаете, да? Вот я сколько раз работал сам лично, когда испытываешь эти ощущения, в плане того, что тебе даже старые сотрудники, которые проработали более там 10-15 лет, и они начинают говорить, типа, ну все, кирды компании. А потом проходит какое-то время, смотришь, они дальше работают. Просто, сотрудников слили старых? Просто всех слили, всех уволили. Ну, смысл, но конечно, всех, не то, что уволили, просто начинают задерживать зарплату месяц, два, три, четыре даже как-то было. А потом просто люди сами уходят, скажут, зачем нам выходить работать, если, может, 4 месяца не получаем зарплату. И они просто, люди практически многие сами уходили, а потом банкротили фирму и все. И никому не должны. А из-за того, что все-таки рынок труда очень ограничен, вакансий мало, а людей, особенно последние годы, очень много. Может быть, раньше держались больше за людей, а сейчас меньше все. И это вот к чему все разговор меньше. Идет? К тому, что вот смотрите, мы демонстрировали, что на янтарный комбинат требуется, и на автотор, и вот сколько, 6 лет уже здесь, и все эти вакансии, они всегда востребованы. То бишь, у нас многие подписчики интересовались, типа, а вы не могли бы подсказать, куда-то на завод устроиться? Просто здесь уже нету вот этого. То бишь, было бы какой-нибудь там Трансмаш или там машиностроительный, и он был бы на государственном обеспечении, здесь этого нету. У нас вообще, кажется, вообще практически сейчас нет, наверное, ничего. Какая да. Все коммерция. Здесь не военки, ничего. Даже на железную дорогу, если устроиться, я знаю, многие работают из-за того, что это хотя бы как-то долгосрочно. А платят, я так понял, там... Я не знаю, тоже... у нас вон муж сотрудницы нашей на работе, она вот тут рыдала целые сутки, потому что он тоже проработал много лет, молодой мужчина, и хорошо знает работу, и вроде получает хорошо, пришел в один день, сказал, все, ухожу в отпуск с дальнейшим увольнением. И не слушал, кто будет семью кормить, чем кормить, задолбали, сказали. Постоянные переработки, эти ночные смены, когда едешь там, не знаю как, и за копейки, потому что хотят вместо трех один, чтобы работал. Все. Да, это, к сожалению, везде так. Ну, так. Во всех сферах. Что я пытался... Вы же простите, что такой да. грустный, да, ролик? Не, но... не грустный, я типа поэтому тебя толкаю, говорю, ты давай перестройся, у тебя-то эмоции накипели. Да, просто неприятно на самом деле. Вот так вроде как бы настраиваешь себя на то, что ты вот работаешь на кого-то, да, и ему помогаешь, вкладываешь в его бизнес какие-то энергетические силы, но при этом... Вроде как бы и зарплату получаешь хорошую, и вроде все должно дальше двигаться, а тут раз и недопонимание, почему так, понимаешь? Это то же самое, что я в спа устраивался, в спа я тоже пришел, думаю, ну, а что бутылки таскать? Вот около нас Балтиамо открылся, что-то я как раз сократили вот с работы по пандемии-то, ну, никто не работал, продукты не работали. Вот, и помнишь, были объявления, думаю, откроется сейчас в Балтиамо, будут развозить своим транспортом. Тут у нас через дорогу перешел, вот тебе Балтиамо. Ну, там зарплата была что-то около 30 тысяч, кажется, да? 20. Озвучено, да, 28. Да. И работают... Кладовщик, выкладка один, товара, как-то да, так, да? Один день работаешь, чтобы с 8 и до 8, и двое дома. Мечта. Думаешь, ну что там, они прям бутылки эти, я не знаю, там... Как говорится, хватают.
А в итоге, как всегда, приезжаешь, тебе говорят, нахрена нам нужен еще один. Или, допустим, говорят одно, а получается другое. И в третьем смотришь, у них на бумажке и в фирме всегда требуются эти специальности. А по факту, они делают все возможные действия, чтобы не набрали еще одних там третью смену или вторую. Иначе или придется вторую. Зарплату делить, да, на всех. Потому что по факту, да, вроде как бы обещают столько-то, а по существу получается, там, не знаю, 18-20 тысяч. И чтобы эти 30 получили, нужно тебе три смены там работать каждый день. Да. И брать выходные, когда у тебя уже сил просто нету. А по факту получается, вот мне больше чем не понравилось, это то, что очень крупная сеть, очень богатое руководство, то бишь очень такое правильное отношение, и это местный производитель, ну, то бишь местный поставщик, да, это же, ну, продавец и местного же производства, и имеет свое производство, то бишь бабок немерено, но относиться так, как к скоту прям, к людям, это, конечно, конкретно, потому что я-то думал, приходишь, и там это все новое, это какие-то складские помещения, куда ты пришел, там, с рохлей или еще с чем-то поставил, вот эти ящички, которые тебе нужно. А когда я пришел, и вот это все каша лежит, этот, туда эту летучую, Елену Летучую надо было вызывать, потому что тут же и порошки, тут же и пиво, все в куче, вот так, где что-то. Кошмар какой-то. Все по-русски, короче говоря. Я пришел, понял все, думаю, это не победить. Угу, вот. Это точно. И это, к сожалению, везде. И устраивался, я помнишь, в аэропорт, там у нас тоже знакомый был. Всегда требуется досмотр служебного, на досмотр судна, там не помню, как специальность называется, но специалисты досмотра судна, воздушного судна. Вот, вроде как бы в аэропорту все должно быть чики-пуки, там по как бы условия должны быть какие-то хорошие. А они, во-первых, естественно, анализы там все проверяют. Вот, родители там, не родители, там через ФСБ. Вот, но дело даже не в этом. Но вроде как бы такая хитрая должна быть специальность, да, должны работать люди, которые где-то должны этому обучаться, да, и, ну, и серьезно относиться к этому. Но там у них зарплаты, конечно, господи. Эти бедные свои 30 тысяч, они там работают сутками, и им там надо не есть, не спать, и одевать и маски, и каски, и что только не одевать. И их в итоге, вот буквально я сейчас летел, им еще одну смену срезали, и получается, они теперь еще работают больше, чем работали до этого. Поэтому, ну, твой знакомый ушел. Естественно, все. Эти как бы зарплаты все те же самые. То бишь поднять планку выше 30 никто не хочет вообще. Это прям вот не победить это. А цены в магазинах, конечно, каждый божий день переписывает. Поэтому грустно, не грустно. Держитесь за свои работы, которые у вас есть активные. Цените то, что есть. Вот, потому что мы-то все равно ценим. И вот помыкаешься, вот так помыкаешься, и все-таки это самое. Едешь от Владивосток, едешь отправиться в честь. Ну, мы, конечно, не говорим про это, но просто, конечно, если хорошо, если у вас там где-то есть хорошее. Вот разговариваешь сегодня, вот встретил человека, которого вот говорят, ну, как бы наш тоже подписчик, и приятно было очень. Нас смотрят, то, что вы нас смотрите, очень приятно. Спасибо вам огромное. Смотрите дальше, потому что мы будем снимать крутые еще ролики. Ну, еще круче имеется, потому что поедем во Владик, будем снимать Шамару, те, которые давно там не были. Особенно у нас дети уже каждый день говорят, мама, пойдем одевать купальник. Да-да, вот. Пока что кофту или ветровку. Так что будет все круто. Хорошо здесь, конечно, все-таки пенсионерам. Если кто-то поехал сюда, военная пенсия или пенсия там где-то служили, неважно в каких войсках. Вот. Я имею в виду, что если есть какая-то поддержка, то бишь, ну, пенсия хоть какая-то небольшая, можно устроиться все-таки кем-то в охрану. Все-таки эти специальности, как бы, они остаются. Вот у нас и на Камчатке вот друзья, они тоже, в принципе, периодически, ну, работает Александр-то в охране. Вот. Ну, там какие-то 15-20 эти тысяч добавок, довесок, конечно, не получается. Потому что мы тысячу раз уже рассказывали о том, что, в принципе, ну, это раньше очень было, конечно, круто с теми ценами, которые были здесь, в Калининграде. Это было вообще
особенно яйца по 20 рублей. Вот, но это касалось всего букета Молдавии, как говорится, и молоко было по 60, и вообще это было круто. Вот, я имею в виду, что мы тогда не сравнивали другие регионы, ну, в плане того, что, ну, естественно, там больше зарабатывают, здесь меньше. Но вроде как бы, если ты зарабатываешь эти 30 тысяч, их как бы достаточно хватало на то, чтобы можно было как-то по выходным даже в Польшу съездить, пивка попить и погулять. Вот. А сейчас я не знаю, с такими прям вот движухами и ценами, и не то, что... Тут даже вот смотришь... Я сегодня прошелся, хотел, думаю, может быть, нам поменять квартиру, потому что достаточно неудобно нам здесь сейчас стало жить, потому что мы же ее покупали тоже вроде как для себя, но тем не менее, как бы, ну, выставляли ее на продажу, потому что надо же все-таки как-то постараться поднять эти деньги на квартире. Ничего не получилось, конечно. На что хватило нам, на то мы тогда и купили. Вот и все. Из всех вариантов и это цены, самые, конечно, неплохие. Вообще просто 30-40 тысяч рублей стоит двухкомнатная квартира, чтобы снять. Аренда. Аренда сейчас, да, да, ну, вот такая. Зарплата все равно 30. Кто их будет снимать, я не знаю. Понятно, наши все пишут, говорят, ну да, Цветной бульвар показали, конечно, хорошо для приезжим покупают, которые там квартиры, а для местных это очень дорого и недоступно. Это так было. Опять сделали недоступно. Вроде стало чуть-чуть доступно, опять стало недоступно. Надеемся, конечно, поменяется все, но когда прогноза у нас такого глобального, конечно, нету, потому что откуда мы его возьмем? Неизвестно, в России вообще непонятно, что как. Тут завтра ты не знаешь, что будет. Угу. Ждем, уже не дождемся, когда нам сделают машину, мы купим билеты и, может быть, даже просто перезагрузимся и, может быть, как-то это отразится даже на наших планов. Интересах, съемка, интересах. Может, другая, да, будет. Потому что, мне кажется, и вы, наверное, чуть-чуть устали от... О, посмотрите этот ЖК, посмотрите вот этот. Нет, нам опять просят еще новые ЖК. Люди, наоборот, ценят это, потому что они находятся дистанционно и хотели примерно услышать мнение о том или ином районе или комплексе. Поэтому для них это важно, Саша. А мы новую тему проводим. Хотели еще сделать телемост с Берлином. Да. Да. Если согласиться... наш подписчик. Да. Так что, кстати, вот это очень интересная идейка. Вот все-таки... Так, это уже отдельный ролик, Саша. Да почему? Это просто к тому, к слову, допустим. Вот смотрите, если все-таки среди наших подписчиков и телезрителей есть люди, которые, в принципе, как бы не против рассказать какие-то свои, допустим... свою историю. Свою историю переезда, как было... что платили, даже вот с Казахстана или еще откуда-то. Просто люди мочу. Вы знаете, вот мы начали снимать эти все ролики только ради того, чтобы другие люди могли хоть как-то учиться не на своих ошибках, а не повторять хотя бы те, которые мы совершили. Вот, может быть, чем-то помогли кому-то. Кто-то сказал нет в этом году. Да? Ну, по крайней мере, мы же не говорим всегда, что все, ребята, не едьте сюда, здесь так дышать все, нечем. Так, все, завершаем. Да? Да. Так что, если кто-то желает, пишите в комментариях, мы как-то, может быть, контакты и... Да, мы предлагаем просто... телемост по... Или телемост, или лично встретиться, кто уже здесь находится. Кто хочет дать интервью, пишите обязательно. Да, по скайпу можно как бы связаться и пообщаться. Так что, всем добра. Всем пока. Всем пока.